Здравствуйте, с вами магазин Базалта Звука. Сегодня мы рассмотрим комплект ксенонового света от компании Xiaomi. Модель Xiaomi Light Pro Slim H7 на цоколь. Температура свечения 4300 кельвинов. Поставляется вот такой вот фирменной брендированной коробке. Ну, давайте посмотрим комплектацию комплекта. Так, в первую очередь у нас идет гарантийный талон. Гарантия на комплект составляет 1 год. Так, далее идут лампы. Лампы в защитной колбе, одна и вторая. Для транспортировки они нужны. Цоколь H7, температура свечения 4300 кельвинов. Это немного желтизной будет свет. Подключается с помощью вот данных коннекторов. Как именно подключается, мы дальше это все сделаем, покажем. Такие две лампы. Два блока. Блоки розжига. Идут небольшие, slim, то есть маленькие. Такие. Мощность их 35 ватт. На 9-16 вольт рассчитан. То есть средняя мощность это идет примерно 13,2 вольта. Рабочий ток 3,2 ампера и выходной ток 8,5 ампер. Подключаются также с помощью вот этих вот коннекторов. Так, один и второй блок. Ну и также двухсторонний скотч имеется на два блока для того, чтобы можно было закрепить блоки в подкапотное пространство. Вот так они выглядят. Сейчас мы подключим одну лампу. Подключается это все очень просто. Так, у нас есть три коннектора, и с другой стороны точно так же три коннектора. Просто-напросто их соединяем. Перепутать здесь что-то очень сложно. Так, и включим. Так, здесь к блоку все подключили, осталось подать питание. У нас черный-синий провод, черный провод это минус, синий провод это плюс. Подключаем минус и подключаем плюс. Вот так вот начинается свечение. Довольно-таки сразу яркое идет. Раскаляется лампа в доли секунды, то есть сейчас она в принципе уже полностью готова к работе. Цвет желтый, но в момент разгорания цвет может меняться, то есть когда уже полностью разгорится, будет желтоватым оттенком. Вот так это все выглядит, довольно-таки очень ярко все светит. При покупке, как я уже сказал, гарантия на 1 год дается, и также, что при покупке обязательно корректируйте фары автомобиля, когда установите свет, чтобы не светить встречных машин. Более подробные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.